Ява Deep Purple на фестивале Европа плюс 96. Давай мы тебя держим на полу. Ура! Алло. Слушаю. Не засыпаю тебя. Почему я соблюдаю все эти договоры? Значит, кассет, Вот начнем с кроссовки, да? Вот проходи, да. У вас еще есть такой, может чем-то старый. Сколько у нас времени? Сколько есть? Че-че? Ну, что у нас получится? Юечка! 469-6575, если вы хотите что-то спросить у Владимира. Ну, я же задаю первый вопрос. Итак, «Роковая женщина». Этот концерт называется «Роковая женщина». Это чей-то прообраз? Ну, «Роковая женщина», да, это такой сильный очень прообраз. На самом деле, это просто рок-н-ролл. И никакой задней мысли, никакой передней мысли в этом нет. Потому что песня сочинена в Турции. Увидев девушку, которая была в Паранже несколько лет назад. И так просто родилась эта песня. «Роковая женщина». Я-то думала, что «Роковая женщина» — это какая-нибудь такая рокерша на мотоцикле, вся в кожаной куртке, а оказывается, девушка в Паранже. Может быть, тоже «Роковая женщина». Интересно, однако. Москва все-таки такой город, если вы попадаете в пробки, вас вообще это раздражает? Чем вы там занимаетесь? В пробках? В пробках. Может быть, какой-то... Вдохновение, что ли, находит? Ну, нет, я просто так настолько уже привык. Такой волк старый, что я в пробках просто не езжу. Я вычисляю время, когда пробок не бывает. Ага. Поэтому на сцену. А обычно на большое это происходит 2-3 часа в ночи. Телевидение к этому времени уже сматывается. Потому что они уже у них не хватает. Сил. Терпения, денег, там, или сил, не знаю, чего не хватает. Но так как мне телевидение вообще не интересует. Поэтому главное, что байкеры нас любят. Что когда песня «Сей Мария» мы поем, они прям их как гимн. И а мотоцикл, что мотоцикл стоит в сарае, нормально. В сарае стоит? Все-таки не пользованный, да? Почему? Езжу, скажешь. Тоже по ночам.
Если не спит Владимир Кузьмин, то, по крайней мере, в 17.30 он находится в студии радио Европа Плюс, чему мы безумно рады. И вот у нас уже есть первый телефонный звонок. Алло? Алло? Здравствуйте, молодой человек. Ну, насколько я подозреваю, ваш вопрос Владимиру. Ну, пожалуйста. Игру мне отношусь очень хорошо, потому что мы самые первые у нас в стране сделали такую шутку, и она прошла, и... «Моя любовь» она называлась, правильно? Да, и людям в дискотеках это приятно танцевать и слышать музыку на русском языке. Я думаю, что... Ну, мне было очень весело, когда слушал эту работу. Вот, что касается Саратова, я всегда с удовольствием приезжаю в этот город, потому что еще у нас не было ни одного концерта, который бы не получился. Надеюсь, что сегодня... Сколько соберется демонстрация-оккупация, как обычно? Я думаю, что будет все хорошо. В всяком случае, единственное, что за что я могу ответить, что концерт будет живой, веселый, настоящий, длинный, рок-н-ролльный и лирический. То есть, я думаю, что Саратов у нас будет по-прежнему оставаться. Любовь и дружба. Ну что, вы удовлетворены? Просто очень удивился, что я слушаю современную музыку, потому что, ну, сам интересуюсь всякой компьютерной музыкой, потому что работаю в студии как продюсер и как звукоинженер. И зашел разговор. Он говорит, а почему ты слушаешь? Я говорю, потому что мне интересно. Ну, туда-сюда, в общем-то, решили сделать что-то такое среднее. Ну, сейчас уже, честно говоря, по-моему, уже целый год прошел. Уже мне даже об этом говорить скучно. На самом деле, сейчас уже более новые работы есть, более интересные. Хотя на тот момент это было... Я так думаю, что это просто было интересно. Это не то, что я не считаю это каким-то достижением, но творчеством. Это просто для людей, которые любят другую музыку немножко. То обычно, если хорошая аппаратура, хороший свет, то ты не видишь лица, как правило. Понятно. Владимир, а вот на компакте «Семь Марии» у вас здесь такой имидж а-ля Иисус Христос. Он откуда вообще взялся? От души или смахивает? Да. Я ошиблась, да? Нет. Ничего такого не было в мыслях? Я, честно говоря, не претендовал никогда на такой высокий уровень. Хотя, хожу по практике в храм, честно говоря. Ну, у меня не было такой мысли. Я себе не ассоциировал. Просто у нас друзья все мы байкеры, у них такие вот бородки, такие волосы. Угу. Модно просто так было. Сходящий с ума по рок-н-роллу, второй «Грязные звуки». Вот эти два альбома сейчас очень модные, оказывается, у нас в России стали. Когда мы все свои русскоязычные альбомы уже выпустили, потом англоязычные стали выпускать. И вот мы какой-то недавно видели газету, и там просто десятки два этих альбома стоят. Спросили, может быть, это какая-то подделка там, может, как-то что-то там. Нет, так говорит, действительно хорошо продаются. Я удивил отдыха. В плане работы есть очень интересное предложение из Англии, из Лондона. То есть обычно всех музыка интересная идет из Лондона. Но хотя, в общем-то, само по себе вот эта тема, раньше как запретный плод был, это было все интересно. Сейчас уже сама по себе тема не сильно волнует. Как будет, так и будет. Я бы так сказал. Мне больше нравится работать в России, петь на русском языке. Я не люблю петь. Хотя я говорю по-английски, жил в Смотри, как позирует классно. Я так скучаю по ней. Ксюша. Тихо, пусть поется.
гостей набывает. Отлично. Гостей набывает. На финал какую песню? Люди какие-то чувствуют, и поэтому все продолжается. Мне еще много лет назад говорили, что песни никому не нужны, и вообще твоя музыка — это все полный бред. Ну, так уже продолжается 15 лет, на самом деле, каждый год выходит альбом, и действительно... Пытаться на чем-то одном останавливаться? Что ну да, будет? В принципе, в этом году мы планировали два альбома. Даже два? Но наша компания, фирма «Союз», они все-таки решили сделать один большой и серьезный. Один, но большой? Мы хотели два, но не получилось, к сожалению. То есть я бы мог... Вот этот практически будет все из альбома «Семь морей». Второе деление — это старые песни с динамикой, из разных альбомов. Я даже не знаю, потому что у нас очень много импровизации. То, что мы будем играть, я даже не предсказуемо. Потому что концерт, опять же, подчеркиваю, живой, и чем харизма. Если ты смотришь на клетку с буйволом, видишь мне тигра, не верь глазам своим. Хазима Бортков сказал. Ну что же, я думаю, вы не увидите ни буйвола, ни тигра сегодня. Вы увидите Владимира Кузьмина в цирке. Концерт, напомню, начнется в 19 часов. Спасибо вам. Всего спасибо доброго. Вам. Спасибо. Если кассету, на которой записаны материалы, по-прежнему с вами Спасибо большое. Что, звонит телефон? Да, нет. Жить в Черевку. Поехали. Хорошо. Только дети на концерт. Ой, я, по-моему, там был. Настя, группа «Черевку». Слушай, Настя, съемочная группа. Ирина, возьми трубку. Ирина, Ира, возьми трубку. Она там разберет трубку. Поехали. Тебе еще расскажешь, давай на концерт. Олег.